привет, друзья! Хотел бы вам показать, на что способны самоделки из гироскутера. На мой взгляд, правильно спроектированные, построенные, собранные и испытанные. Видео будет короткое, но достаточно интересное. Оставайтесь здесь, смотрите. Загнали мы свою технику на неровную дорогу. Испытываем ее. Вроде пока все нормально. Но я не один такой сумасшедший впереди. Он тоже человек на трайке. Сегодня у нас поля, ребята. Вот такие прекрасные поля. Мы сегодня поедем смотреть. Холмы давно там не были. Поехали, сохраняем. Поехали. Едем мы на своих этих. А то некоторые говорят, что неровная дорога такая. Добрый, здравствуйте. Едем. Короче, самоделки — это круто. Михаил штурмует горку. Вот та точка на горизонте, это Михаил. Вот у нас вышел покатушечка, кому интересно, проехали мы, ну, где-то 20 километров с небольшим, в основном по неровной пересеченной местности, но и по городу и до этого, и потом еще тоже повжаривали, покатали. Кому интересно, оставайтесь здесь, потому что сегодня у нас намечается еще одно очень интересное мероприятие, о нем обязательно надо снять отдельное широкоформатное видео. Всем желаю удачи, искренне благодарю всех подписавшихся за доверие, всем пока-пока.